Так, это Марс. Очень ветрено, к сожалению, но 20 февраля 2022 год, Харьков, 6:09 по Киеву. У вас солнце скоро взойдет, а мы по сию пору Марс видим, который более чем в 300 миллионах километров от нас. 306, по-моему, 307, где-то так. Приближается к Земле Марс. Ну ладно. Ветер нам, конечно, не даст поснимать нормально. Пошли посмотрим, как у нас от Марса отстоит Венера. Уменьшаю зумирование. Сейчас сверху к нам ползет наша красавица, симпатичная Венера. Вот она, наша ласточка. Ну, по ней мы не промахнемся. До нее 69 миллионов километров. Она, в отличие от Марса, удаляется от Земли. Но зато каждый день ее серпик становится все плотнее и плотнее. ISO 125. Светочувствительности настройки, но уже надо, по-моему, даже слишком много света. Уменьшаю выдержку. Да, все-таки я снимал только что на ISO 800 МКС, и вот так же играли края, плыли Венера. Все-таки это не выдержка, не светочувствительность, а просто большое количество дымки в атмосфере Земли. Ты посмотри, как все трясется. Руками лучше держать, ты представляешь? Ну, сильный ветер. Сейчас я попробую прикрыть своим телом. От ветра. Но моего центнера не хватает, чтобы доступ ветра перекрыть к штативу. Так, фотоаппарат Nikon Coolpix P1000, в очередной раз повторяю, никаких телескопов тут не используется, это просто фотоаппарат на штативе. Ну, пошли коротенько попрощаемся с Луной. Уже надо уменьшать выдержку, иначе никак. Ну, ветер. Тут ничего не поделаешь, к сожалению. Снимать приходится в чистом поле, потому как снимал МКС. И нужно было как можно больше обзор перед собой иметь. Где-то спрятаться от ветра. Это значит уменьшить себе сектор обзора. Хорошо. Ну, то есть не очень хорошо, но поснимали и ладушки. Плюсовая температура и в феврале. На грунте заморозки. Берцы протапливают подо мной верхнюю корку
льда на черноземе. Я натурально погружаюсь в чернозем, как в трясину. О, какой-то, какие глазки симпатичные. Что делает игра с этой тени? Ты посмотри, натурально два глазика и рот. Что ж ты так трясешься? Ну хорошо, не будем себя мучить. 16:14 по Киеву, Харькова. 20 февраля 2000. Двадцать второй год.